В рамках антинаркотического месячника сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Кашинский» совместно с коллегами из регионального управления наркоконтроля задержана 56-летняя жительница Калязина, причастная к распространению наркотиков. Наркотики употребляете? Да. А с собой наркотики имеются? Да. Какой вид наркотиков? Сколько наркотиков? Героин и метадон. Женщина сообщила, что и сама употребляет наркотики, а за каждую закладку зарабатывает 350 рублей. У задержанной изъято 10 полимерных свертков с героином, общей массой свыше 30 граммов. Это относится к крупному размеру. По месту жительства фигурантки обнаружены изъяты различные приспособления для фасовки наркотика и полиэтиленовые пакеты с героином и метадоном. В общей сложности из незаконного оборота изъято порядка 170 граммов героина и 20 граммов метадона, предназначавшихся для распространения на территории Калязинского муниципального округа. Возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. В преддверии Дня России 6 молодых сотрудников отделения судебных приставов по Бежецкому и Санковскому районам Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области приведены к присяге. Торжественное мероприятие проходило у обелиска воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны в деревне Зоба Бежецкого района. На церемонии присутствовали глава Бежецкого района Игорь Павлов, представители полиции, МЧС, Росгвардии. На верность закону присягнули судебные приставы, успешно прошедшие испытательный срок. Каждый присягнувший поклялся соблюдать Конституцию и законодательство России, защищать права и интересы ее граждан, достойно переносить трудности, связанные с исполнением служебного долга. Событие очень достойное, важное в жизни каждого нашего сотрудника. И выражаю надежду о том, что те слова, которые каждый присягнувший сегодня произносил, это не просто слова, это слова, которые заложены в принципах нашего государства, это соблюдение и исполнение своих прямых обязанностей, которые регламентируются в нашем действующем законодательстве. Основными задачами судебных приставов установленного порядка деятельности судов являются обеспечение безопасности судов, судей, судебных заседаний, должностных лиц Федеральной службы судебных приставов, а также выявление административных правонарушений и уголовных преступлений. В ходе мероприятия лучшим сотрудникам службы вручили ведомственные награды за безупречную службу, отличие при исполнении должностных обязанностей и высокие достижения в служебной деятельности.